В Москве Егор Борисов встретился и с известным скульптором Дашей Намдаковым. Искусствоведы называют его азиатским Дали за непостижимое сочетание национальных традиций и авангардистского стиля. Глава Якутии рассказал скульптору о том, что республика выступает с идеей создания у себя на территории Всемирного центра «Мамонта». Намдаков, в свою очередь, заявил, что готов стать автором проекта, связанного с созданием уникальных арт-изделий из бивней «Мамонта». Потенциал у этого материала гигантский, что подтверждают мои предварительные переговоры с крупнейшими музеями мира, в частности Лондона и Нью-Йорка, подчеркнул Даша Намдаков. Несмотря на то, что мы соседи, ни разу не был в Якутии. Для меня была всю жизнь мечта как-то съездить. Много друзей в Якутии. И, видимо, случилось так, что вот время созрело, глава республики пригласил не только в гости, и обсудить несколько проектов. Вот, я учился в Красноярске, и много ребят со мной училось, и там эти ребята меня научили обработке кости. Бивни «Мамонта» – материал уникальный, и, возможно, мы будем делать какую-нибудь коллекцию, которую мы можем повозить по миру. Об этом у нас была принципиальная сейчас встреча, разговор.